Уважаемые соратники, единомышленники и соотечественники, мир яви, в котором мы живем, оставила Светлана Васильевна Жарникова, кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед, действительный член Русского географического общества, член Международного клуба ученых, которая большую часть своей жизни посвятила изучению традиционной культуры Русского Севера. Основной круг ее научных интересов таков: арктическая прародина индоевропейцев, ведические истоки северорусской культуры, архаические корни северорусского орнамента, санскритские корни в топо- и гидронимии русского севера, обряды и обрядовый фольклор, семантика народного костюма. Она автор книг «След ведической Руси», «Золотая нить», «Архаические корни традиционной культуры русского севера», «Исторические корни образа Деда Мороза на русском севере» и других книг. Светлана Васильевна вошла в число наиболее известных российских специалистов по истории культуры ведической Руси и русского гиперборейского севера. Сегодня сайты с информацией, собранной Светланой Васильевной, посещают миллионы людей. Процесс возрождения славянорийской культуры стал уже необратим. Так правильно считала она. Соратники проекта «Рода Божия» полностью согласны с этим ее утверждением. В связи с событием перехода Светланы Васильевны в светлую Навь, мы предлагаем вознести благодарение ее душе за заслуги перед Отечеством, всеми людьми Земли, родными богами и Всевышним прародителем. Почтив светлую память о ней с помощью молвлений, словословий и мантр. Это поможет ее душе взойти через мир наших богов-предков, светлую небесную Русь, еще выше, к самому Всевышнему прародителю. Мы уверены, что эта удивительная, прекрасная женщина и выдающийся русский ученый внесла огромный вклад в осознание всеми славяно-арийскими народами величия их родной культуры. Поэтому она без сомнений заслуживает посмертной помощи своих соотечественников. Чем больше честных людей, ратующих за возрождение отечественной культуры, вознесет свои молвления и словословия о душе Светланы Васильевны, тем легче и радостнее ей будет подняться в небесный мир наших богов-предков, а оттуда к самому Всевышнему Прародителю. Поэтому 40-й день, то есть 4 января 2016 года, а также на годовщину, то есть 26 ноября 2016 года, ее ухода из нашего мира, предлагаем помочь ей в вознесении, совершая молвление о ее душе, тризны славления в ее честь и пение мантры Ом. Для этого 4 января и 26 ноября 2016 года в 20 часов по вашему местному времени предлагаем совершить: первое. Молвление о ее душе. Второе. Тризное славление в ее честь по одному разу. А также пение мантры Ом не менее 108 раз, либо одного славяно-арийского круга, то есть 144 раз. Хотя лучше, если вы сможете, сделать это по 3 круга. После названных духовных деяний, мысленно обратившись к Всевышнему Прародителю, вы можете произнести вслух: «Дарую силу, накопленную пением мантры Ом, душе Светланы Васильевны Жарниковой». Важно произнести это вслух, чтобы воздействовать на вибрации нашего мира, которые передадутся в небесный мир. Светлая память и сварга пречистая душе Светланы Васильевны, мы благодарим вам и будем помнить ваш огромный труд во славу Отечества. Просим распространить это обращение максимально большему количеству соотечественников. Благодарю за внимание.